вообще названия глав-то будут? Нет, они что-то как-то... Я, по-моему, несколько глав уже прошел, а названия не появляются. Либо я их пропустил. Крошка Йода. Сам ты крошка. Много где побывал, познал неопределенность. Старпёр сраный. И нашел свой... Познал неопределенность? Окей, а расскажи. Где же твой друг, тот, кто вовне? Неужели дебил, я здесь. Взялся? Нет, он с нами. Тот, кто вовне, оставался с Йотой. Помогал и направлял его в долгом пути. Вместе вы создали новую сказку. Послание было написано. Но пока что оно не доставлено и не прочитано. Доставь послание, Йота. Пусть прочитают твою историю. Какого хера все обращаются к Йоте, а не ко мне? Я все делаю. Это как в играх тоже говорить, мол, мы это сделали, я это сделал. Не мы, не искусственный интеллект, а я. Я один это все сделал. Королевская белка коронована. Найс. Сейчас буду все проходить, я буду проходить мимо всех эпизодов игры, да? И буду говорить, что я сделал. Они кружили в небе и пикировали вниз. А, понятно, он рассказывает сказку. Мы слагаем песню об его странстве, ибо глаз окажется, откажется верить тому, что видит. Эй, у вас там генератор завис, пожалуйста. Здорово. Вкусняшка, да? Ну, грызи дальше. Это, наверное, выросший Михалыч. Я нифига снизу не вижу, если честно. Край дорожки правый. Не видел. Я здесь могу слететь? А, я не могу слететь здесь, окей. Эй, я не хочу входить в себя! Алло! Это очень странно! Это я не такой, если чё... А, понятно. То есть тот, кто вовне, это какая-то херня голимая, да? Это не я. Я понял! Рекурсия... А, нельзя рекурсию сделать? Я могу сфотографировать того, кто вовне? И это я. Это что за мать твою, что за психодел? Окей. Он сам идет. Ну а свечу я, естественно. А, знаете, что было? Там, скорее всего, если бы была камера, то, скорее всего, сидел бы я там. Не этот был бы, да, вот это. А, не эта моделька была, а был бы я, скорее всего, из камеры. Точно. Слишком большие усы. В рот залезает. Ресный пепперони. Окей, то есть главный герой сдох. Понятно все. Понятно все над этим сюжетом. Наша сказка
Окей. Я проснулся. Все? Где я? Куда мне идти? Кто мне поможет? А вдруг здесь опасно? Я все убрал. Очищена страница 985. Белка мне дала подарок. А слева ничего нету. Видимо, с белкой нужна была еще одна фотка. Я что-то увидел в небе. Что увидел в небе? Может быть, там я должен быть? Большое, если камера была бы. Зеленое лицо сказало, что ему можно верить. Сделано прыжков в 1923. Меня хотели остановить глазастые коробки. Это, то есть, сейчас озвучивает тот, кто должен был играть, да? Я думаю, что в эту игру не будут играть те дети. Но со мной же была свинка. Разбито глазастый коробок, 54. В небе была буря, и я туда кое-что бросил. Но она вернулась, и было тепло. Я спрятался в амбаре и нашел там крикливую голову. Я отнес ее на гору, чтобы поговорить с небом. А небо рассердилось и бросило в меня глазастую коробку. Да. Ладно, я не буду говорить, что справа происходит. Я заблудился. Эти громилы были повсюду. У меня появился друг. Михалыч! У меня его забрали. Криповый Михалыч. Куда он делся? Может быть, его море съело? Почему-то там это самолетик показывается. Или его небо украло. Я везде искал своего друга. И над землей. Что это за херня? Окей. И под землей. Использован ветра из гармошки 52 кубических сантиметра. What the fuck? Вы сегодня реально и считали? Только я скучал по своему другу. Мы спасли друга от глазастых коробок. Мне пришлось сразиться с 625 глазастыми коробками до того, как они послушались меня. Теперь все снова были вместе. Да, тут просто креатив, я смотрю. Везде от меня. Я долго думал обо всем, что случилось. Сделано фотографии 38. То существо в небе тоже было моим другом. Друг все время был рядом. Особенно мне нравится в верхнем ряду в третьем квадратике. Вот это ни на что не намекая. И помогал мне в пути. Сочинял сказку. Моя сказка, и всего у меня было ошибок 150. Твою мать, я 150 раздох. Сказка не оживет, пока ее кто-нибудь не расскажет. Лом, например. О, все мои фоточки. Мы рассказали ее друг другу. Почему именно эта фотка? Нашу сказку. До тебя 113 724 шага. Тебе удалось посмотреть на мой мир. Че это такое? А я твой могу только представить. Баю Эллен Ар. Видимо, здесь должно быть мое изображение или еще что-то. Оживи меня. Я хочу быть настоящим. Это твой мир. Наполни его историями. Конец. Это все? Это все. Я честно думал, что будет немножко поинтереснее, получше. Но эта игра, знаете, 50 на 50. Здесь есть места, в которых
просто скучно играть. Вот эти вот все большие локации, где нужно что-то искать. Знаете, они сродни Лего, только еще скучнее. Те места, где на прохождение, на скорость и на всяческие взаимодействия с возможностями контроллера, вот это уже другое дело. Но чтобы до них добраться, тебе нужно примерно полчаса, а то и час заниматься какой-то нелепой херней. И это просто скучно. Затем еще здесь есть тонна кастомизации, которая нафиг не нужна. И которая неинтересна, и просто-напросто все собираем предметы, они ничто, ни на что не идут. Ну, потому что их слишком много, и вряд ли ты будешь столько времени креативить, а не проходить игру. Креативить, в кавычках. Я думаю, что на Вите, опять же, рисовать всяческие фигурки было бы полегче, потому что там тачпад, а здесь не тачпад, а тачскрин. И там все легче было бы рисовать, чем здесь на тачпаде. Непонятно, что происходит и почему это появляется на экране. Так что здесь, кроме Кали-Малин, я думаю, сложно что-то нарисовать будет. А так, я даже не знаю, это такая игра, если честно. Зря ее на PlayStation 4 портировали, ну как портировали, переделали. Понятно, тут по контенту видно то, что все-таки игра переделана была с Vita, потому что здесь множество есть элементов, которые просто, ну, с Vita не вяжутся, например, тачпад и прочее. У Виды другое управление и прочее, но я думаю, что ее надо было оставлять на Вите, и это слишком нишевый проект, и он на большой консоли не зайдет. Мне не зашел, если честно. Потому что половина игры просто скучная, другая половина просто, ну, другая половина интересная, хорошо. А всяческие возможности, они нелепые, скажем так, и не нужны. Ну, в общем-то, у меня все. Досматривайте титры. Я наконец-то прошел Сорванца, должен был это сделать еще зимой этого года. И я это сделал! И всем, кто смотрел, спасибо за внимание. С вами был Эллин. Увидимся с вами в следующих видео прохождениях, которые обязательно появятся.